Всем привет, зрители моего канала. С вами Варан. Сегодня мы продолжаем игру под названием Сталкер Чистое Небо. И похождение по моему... Ладно, не важно. Так. Мы должны идти в Лиманск, но, к сожалению, мы не будем это делать пока что, потому что нам нужно нормально так подзаработать и купить себе бронь. Чтобы это сделать, нам нужно... Давайте мы привнем к этим сталкерам, что ли. Ну, не знаю. Почему бы нет? Здорово. Давай сначала вот побочные квесты. Так, специалистичка какая-то надо найти. Ладно. А, то есть тут некоторые задания повыполняем, чего нет, собственно. Так что погодите. А что? У меня есть тут ну, несколько, но их две, три. Этой штуки, может, ему надо. Решил ну-ка. Улучшить что? Или поломку исправить? Погодите, ЧЗ-13, ЧЗ-13, АКМ. Найдешь какие детали для апгрейда? Так. Подтаскивай, помозгуем. Так, снайперские винтовки, не то. Автоматики. И флешка. Может, ему надо? Чем тебе помочь? Извини, если не сильно помог. Не, все-таки не ему. Что-то починить требуется. Ну ты дебил. Ладно. Отойди. Ну-ка, ты можешь тебе чем помочь? Всем кому-то какая-то надо спецаптечка, но я понимаю, не понимаю, что за спецаптечка. Может, тебе надо аптечку? Да, ему надо аптечку какую-то. Слушаю тебя. Ну рассказывай давай. Не знаю, надо нормально так разорвать. Ладно, давайте какие-нибудь спецаптечки мы пополняем. Так, отбонит на слоки. А где эта спецаптечка? Тут? Да вы все долбанутые, что ли, а? Это спецаптечка у военных, но, конечно, я пиздить у них не могу. Может быть, к волку идти? Там у него задание есть, как бы. Так, что-то у меня не тот с картой. Ладно. А, нет, все нормально. Так. Ладно, встретимся в лагере новичков, как бы. Так, я в деревне. А где волк? А куда волк делся? Слушаю тебя. А куда волк делся, старя? О, ничего, хо-хо. Так, а где волк, ты реально? Подожди, волк, куда идти с волк? Да. Ну, что расскажешь? Чего мне все окружили-то? Так. Где мать вашу волк? Куда он подевался? Блять, его не... Ну-ка, может, он еще куда-то уходит? Мне просто интересно. Нет тут какой-то Вовка. А волк-то где? Куда волк-то делся? Ты... Только взял и исчез. Странно. Я хотел, думаю, его задание повыполнять, а тут вон какая ну, беда. Ну, привет! Что-то нету его и все. Странно. Ну-ка, может, тот чувак, это волк? Да нет, это не он. А где он? Большая проблема. Волчары позорные нигде нет. Вообще офигеть. Я всю деревню обыскал. Кстати, знаете, я тут заметил кое-какую фигню. На свалке рядом с деревней Новочков. Какая херня. Так. Слушаю тебя. Волк, ты что ли? А нет, ты Гоша снайпер. Ну, что расскажешь? Так. А там внизу кто-то есть? Вдруг там внизу кто-то есть? Это волк. Может, это волк? Не, он не отображается как главный. Так, противогазе. Нет, это нет. Это нет. А где? Олег, а, смелый это снайпер, все. Я не знаю, куда волк подевался. Ладно, может у этого пиндосы есть, какие задания интересные. Я просто не знаю. Иди сюда, есть у тебя задания? Есть что-то стоящее? Так, задания? Ну чего стоишь? Нет, у него нет заданий никаких. Но есть ассортимент 110 рублей, да.
На, держи. Я не знаю, куда мог подевался волк. Я думаю, сейчас его задание повыполняю. Привет, брат. Нет. Что скажешь? Че, мне аптечки эти находить? Да не, я думаю, аптечку нафиг. О, смотрите, вот наконец-то. Держится тут контроль указанный объект. Давай. Давай, мужики, идти пора. О, смотри, мы точно не пропадем. Хотя в прошлый раз он сдох, ну ладно. Ах, и что я маленький мне сдох? А куда идти-то? А, сюда. Прикол тут будет? А, не, военных, конечно, не будет. Они будут там сидеть. Ладно, твари позорные, идите сюда. Все, можем больше не прятаться. Конечно, если я сейчас кину гранату. Ну-ка, а? Да, смотри. Ладно, я уже больше всех завалил, так что... А именно два. Все? Все, вроде все с ними, да? Спасибо, мужик. Загляни на нашу базу. Там тебе награда достойная найдется. Ну все, тут останетесь, да? Надеюсь. Ну что, есть еще какие-то задания? А, нет, смотри, у него нет. А, у тебя. Есть еще какие-то задания? Нет, только спецаптичек. У него же было еще задание. Ладно, молчу. Зато задание выполнили. Сейчас еще награду. Хотя там, наверное, копейки какие-то. Так что ладно. То, наверное, новый появится сейчас. Ну, привет! И пошел нахер. Смотри, по-моему, тут новые появились. Слушаю тебя. Так, еще. Хорошо. Все готовы. Выходим. Там, ну ладно. Зато... А куда идти-то? Каким путем-то? Так, что ли? Ну ладно, как хотите. Зато они осилят охрану деревни. Будет вообще хорошо. Блядь, ешь, пей, жуй, говно. Пошли. Что думаете, лучше вот этот вот? Хотя, смотрите, состояние. Ладно, это фиг с ним. Он повреждение, ладно. Блин, не удалось подойти в тихую. Мать твою. Это, оказывается, плохо. Пацаны, я не хочу, чтобы вы стали живы. Может, гранаты идти, а? Сейчас они разбегутся, ну это вообще будет жопа. Подождем еще! Для гранаты! Погодим, ну-ка попробуем пистолет. Нормальный пистолет. О, вообще хорошо. Все, нету. Всем спасибо, всем а то усили охрану. Вот это выручил. Слушай, ты приходи к нам на базу. Отблагодарим, как полагается. Ну-ка, у тебя есть еще задание? Ну, кроме птички, ладно. Ну-ка, есть почему-то? Нет, пока ничего не появилось. Не, смотрите, зато все хорошо. Остается вон, ну, вот здесь вот поставить, или вон там. Тогда, или вот тут. Тогда вообще просто будет хорошо. О, смотри, у них война группировка все еще идет. Ладно. Ой, блин. Они отбили, получается. Получается, тут самое контролируют это бандиты, так что... Блин, а тут нету пацанов. Жалко. Жалко, жалко. Ладно, тут мы пока задание повыполняем. Все тыры-пыры. Сейчас давайте попробуем там зайти и посмотреть, нету ли там артефактов. Сколько мне тут? Да нормально.
Снаряжение надо очень хорошо улучшить, так что... О, смотрите! Этот знак свободы. Типа вон, пальцы. Так, ладно. Обходи эту шелупонь. А вот есть вкусности? Вкусности у нас есть. Так, дальше надо смотреть. О, есть, смотрите. Так, нет, не пройти. То есть можно. Так, здесь нельзя. Да, бля, вы чё, серьезно? Сюда можно. Да в смысле, дерьмо? Бля. Так, по-моему, как-то тут можно. Просто я в Call of Chernobyl играл, тут можно было очень хорошо пройти. Так, дальше. Так, тут пройти, вот тут пройти. Так, тут можно. В смысле? Так, бля. Так. О! Камень цветок, ну нормально. А, еще тайничочек заберем сейчас. Два. Фигня. Так. Отлично. Блин, в ловушку оказался. И так вот вдоль этой херни. Все. Плюс ад. Только, к сожалению, он не такой уж и хороший, но он. Видите, что это военный? Это военный, да вы издеваетесь, что ли, а? Чё военные забыли? Чё, заняться нечем. Нет, это же. Серьезно, военным заняться нечем. Или они просто патрулируют? По-моему, патрулируют. Они, по-моему, сейчас нарвутся. Да не, просто патрулируют, так что все нормально. Так. Значит так. Куда дальше-то идем? Ну, за наградой, естественно. Это во-первых. Во-вторых, где волк-то? Так он там будет. Или на ночь его вообще нету. Сколько сейчас времени? Еще долго ждать. Ладно. Эх. Так, я уже тут. Сейчас наградку получим. Пожалуйста. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. 1200. О, господи. Ладно. Приятно иметь дело с честным сталкером. Так, что у нас тут? Ничего особого. Хотя, да, ничего особого. Тут, смотрите, тут еще вот одно задание есть. Сда... Вот это вот. Давайте, мужики, идти пора. Мужики. Так, ладно, идем. Сейчас завалим там всех. Я нихуя не вижу. Их там, о, сколько. Слушайте. Прямо такой бомща. Опа, фигня, нас видят. Ох ты ж, бля. Так, ладно. Нихуя. Вы опасны. По одной, по одной. Правильно, идите, по одной. Ух ты, бля. Вас четверо? Что так мало? Ты и ты нахуй. Так.
Главное, чтобы никто не сдох, этого мне не надо. Тут надо по две осталось. Там, ребят, давайте сам я сейчас одну разберусь. Что, собака не может справиться? Серьезно? Ладно, все-таки завалили. Косу, это Валерия. Уже два дня ждем, но где вас нас? Ситуация фиговенько складывается. Каждый стол на счету. Продать. Большое тебе человеческое спасибо. Продать. Будешь где неподалеку, милости просим на нашу базу. Учить награду. Все. Вот тут закрепитесь, да? Все, в принципе. Весь кордон под их контролем почти. Все. А тут все бандиты просто. Везде разбросаны. Может не за сталкеров поиграть? Алло, как думаете? Сейчас только добраться. И продать вот эти форочи. Плюс еще вот это. Было бы вообще классно. Так, только сейчас у нас тут перевес. Только я мне вот не могу понять, где же волк все-таки? Вот это пропал. Не пойму вообще. Так. Здоров. Слушаю тебя. Привет, брат. Ну, привет. Чё такой ты дохляк? Шрам. Скажи, пожалуйста. Шрам, дойти не можешь. Здоров. Есть что-то на продажу? 600 рублей. Ну, хоть что-то. Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. О, нормально. Все, хоть что-то. Только не могу, он вообще может мне... Решил? Я хочу, чтобы найдешь мне выбрать. Найдешь какие детали для апгрейда? Подтаскивай, помозгуй. Так. Что могу предложить? У тебя давай он. На, 1000 давай, где. О, чего? Вы что, долбанутые, что ли? Чего вы там не удержите точку, дебилы? Все вроде сидят, а вы дебилы какие-то. Они побежали. Встань-ка за концлагерем. Вам делать нечего. Ох. Ладно, давайте мы станем лучше этим. Надо же, как отлично все разрешилось. Теперь военные дальше блокпоста долго высовываться не будут. Ладно, давайте станем этим сталкером. Так, конечно, нет, мне первый год в зоне. Но зато медведь. По сталкерским делам. Все, мы сталкер. И медведь мы сейчас продадим. Есть что-то на продажу? Конечно. Приятно иметь дело с честным сталкером. Так, и конечно же у нас тут будет война группировок. Не, ну мы сильные как бы, но не совсем. У нас вроде подход под моим контроль, под нашим контролем, мы еще плацдарм не захватим и главная база не уничтожена. Зато нас бандиты не будут суваться. Смотри, сколько тут отрядов. Не на каждом шагу. Ладно, тогда давайте будем играть за сталкеров. Поиграем. Денежки подзаработаем, и ладно. Здрасте. Так, сейчас будем мы валить бандосов, они тут пришли. Мешаться будут. Бей! Так, валили одного. Так, минус. Отлично. Пацаны, граната! Так, вроде все нормально, отлично. Вроде все отлично, да? Так, отлично. А вот мне Финли, куда вот именно, что, охерели, что ли? Так.
видимо, идут на остановке под концлагерями, я так понял, да? Нет? Да. Тут еще бандиты, но мы пока не будем за ними, ну ладно. Так, это берем. Начнем, конечно, с гранаты. Почему бы нет? Только на этот раз F1. Кинем, и будет все отлично. Так, мы еще недалеко. Огонь. Еще мы концлагерь там захватим. Куда пошли-то? Насрать. Все, можем больше не прятаться. О, смотрите, как он завалил все-таки. Вот, идут все-таки они. Чего? Мы закрепились на свалке. Кто не понял, повторяю. Путь на свалку открыт. Тайн за вход отменяется. Что-то непонятки нарисовались. Надо пробить чертову пацану. Пора накрыть в самое ихнее логово. Стамета? Показать бандюка Кузькину мать. Смотрите в оба. Они могут появиться в любую минуту. Не знаю, ничего не понял. Ну ладно. Может, я всех реально вынес с этого? С гранаты. Или чё? Как думаете? Серьезно, тут было всего пару человек, а чё я гранаты тогда использовал? Всё. Могу всех сразу расстрелять. Так, тут ещё из этой складывающей техники идут, это плохо. Это сталкер, надо ему потом помочь. Чё слово потом? Так, а чё тут закрепились, нам нужно в депо. А чё эти чуваки у нас не идут? Давайте этих тогда завалим. Что еще делать? Давайте-то вот около дерева постоим. Ой. А тут человек стоит. Убейте. Я ж могу вот так завалить. Все, нету. Так, это сталкер. Хера их тут. Их тут охуя. Так, сталкеров мы не будем нахер не трогать. Так, это тоже смотрит. Так. Это кто, бандит? Это сталкер. Это, так понимаю, бандит. Сейчас мы это исправим. Вы что, херели, что ли? Они его расстреляли. Иди нахуй. Ни хелочков нету. Ты не умеешь кидать. Инвалид. Они вот сейчас всех их расстреляют. И всех лимончиками закидают. Так, вроде все. Кушай яблочко, сука! Нет еще? Нет еще, он тут стоит, им насрать. Все, да? То есть все норм, да? А, бандиты? Чего? Я не понял. Там еще какой-то бандит. И там еще бандиты идут. Я не собираюсь в догонялки играть. Вот это выручил. При
твою мать! Чё, охерёшь, что ли? Ты его чё убьёшь? Ну, мужик, я уж думал, тут и подобно. Это, я даже не знаю, как тебя благодарить. Хотя, стоп, знаю. Значит, я тебе на ПДА сейчас сброшу координаты одного места. Мы там с ребятами. Привет! План. Так. Надо бы сейчас вместе с братками идти. Штурмовать. Ой, давайте это возьмем. Арт. Сказал, возьмем арт. Тут арт есть. Их даже никак два. Да, и два. А пацаны их подождут. Ой, только чувака убил, к сожалению. Отлично. Мы взяли артефакт. Где тут еще арт был? Сейчас найдем. Еще один, ну ладно. Так, теперь надо сейчас пройти тут как-то. Так. Бандиты. Везде бандиты. Не заканчивается патроном. Мне больше всего тут патронов. У них уже у них тут же. Блять, как же я не могу переместиться каким-то образом. Ладно. Быстрее давай, восстанавливайся. Так, какие хоть они? Херовые. Ожог плюс 3. Ладно. Вы же там сдохнете, пацаны. Тут на один остался. А, нет, 3. Давай, ну иди ты. А смотри, они убили один отряд. Ну иди ты давай, быстрей. Так, они там гостинчики, лимончики кидают. Миллион на лимончик. 10, фига у меня. Так, последний остался, как вижу. Получай, скотина. Так, все, тут мы завалили. Ну, они завалили, а я херня страдал там. Хотя нет, артефакт собирался. Собирал. Да. Так, подбираем лимонки всякие. Они полезны. Для здоровья. Ой, нашего братка, кстати, завалили. Ну что, два человека тут? Бля, у них тут. Ой, наши тут зацепились. Зацепились. Ну ладно. Все, тут надо забрать добычу какую-то. Ну ладно. Зато проход на агропром свободен. Этим там бандитов завалим. Это бандиты там? Пойдите. Бандиты? Да, бандиты, давайте их завалим. Лёнь там. А чё у вас так много, пацаны? Ты думаешь, ты меня с какого-то там обрезал вьёшь из-за такого расстояния? Закидают я вас лучше гранатами. Граната! Чего ты как-то... Что за херня, алё? О, наверное, нормально. Так, а те завалили? Нет, они их не завалили, черт. Ты, блядь, что, совсем что ли долбанутый, а? Блядь. Хера у тебя броник. Все, нет. Сейчас всех завалим. Ой, что-то у меня игра залагала. Так. Ничего.
Тут у нас ничего, кроме лимонки. Так, ладно, никто сейчас не идет вот в это вот место. Так, смотрите, вроде все нормально. Давайте всех тогда бандитов валить. Какого меня тут там? Нормально. Можем. Так, у наших братов-сталкеров, значит, валите, да? Ну-ну. Бля. Так, сколько сейчас времени? 2 часа ночи. Так, 2 человека. Бля, тут он бандиты. Стоянка под концлагерем. Блин, тут везде бандиты. А со мной кто-нибудь вообще пойдет в депо или что? Я ли один вообще? Так, наши тут завалили. По-моему, прикол один человек будет. Да не, вроде. Ладно. То есть со мной никто не пойдет, да? Смотри, кто это идет. Депо. Ой, тут 2 отряда появилось. Они все идут в станьку под концлагерем. Вообще круто. Ох, еба. Так, куда идти? Туда или туда? Там какие-то бандиты появились. Мне это не нравится. Поэтому давайте их там завалим. Или вообще на депо. А хотя там, смотрите, сколько людей. И смотрите, вроде у нас хорошее снаряжение. Ну, конечно, до центра зоны не так уж и хорошо. Ладно, давай быстрей. Так, забрать добычу из тайника. А где наш тайник? А, это тот? О, смотрите, тут еще и долбится. О, красавая долбится. Нормально вот так. Так, где эти твари? Да, ну сейчас их не будет. Мне 11 гранат, мне вообще по меди. Ему насрать, смотрите, стоит такой. Оба. Чего ему гранату кину, ему насрать. Шокер, пацаны! Вообще, вообще насрать, любого. Хер там себя, а не гранату. Да вы издеваетесь, что ли, а? Ладно, тут хоть почище стало. Так, где кто-нибудь вообще в депо со мной? Не насрать. Так. Давайте тут пинчочек будет. На такси. Я не уверен, что они все... Нет, кстати, был косприемник. Станька под концлагерем. Тут везде станька под концлагерем. И эти тут стоят. Бля, эти... Ну, пацаны, вы сами тут... Вы сами там разбирайтесь. Хера тут бандосов. Кину, как думаете? Смотрите, у них там что-то шевелится. Бля, да вы издеваетесь, что ли, давно, а? Да, да. А смотрите, они ко мне идут. Бля, сечь-то как все. Бля, ну давайте. Так, последний остался. Так, все вроде все, да? Этим насрать.
Зато отбил бандитов. Так. Во, чувак, ты чё? Да, аптечка с бинтами. Чё, совсем что ли издеваетесь со мной, что ли? Так. Я сейчас буду кидать гранатами до последнего. Пока кто-то не сдохнет. По-моему, кто-то сдох. Нет? Кипиш какой-то. А чё, все туда-то идете? Важная совсем точка, что ли? Бля. То есть на меня им вообще насрать, я так полагаю. А на депо кто-то идет? Не, нихера, они там стоят. Это чё? Тоже на депо идет. Все идут на депо, в итоге никто не. Хотя, смотрите, тут он стоят. Че ты там патрон-то проверяешь? Стрелять ну так такой стоит. Отойду-ка вот там. Идут такие, главное. Блять, че вы все сюда-то идете? Вам что, заняться нечем, что ли? И в итоге вообще меня никто не замечает. Блять, ты что, издеваешься, что ли, а? Не подыхай. Вообще никто. У меня сейчас будет ранг у ветерана, я вам гарантирую. Пока я тут всех убиваю. Да какой у меня сейчас ранг? И пока что опыт. Ты издеваешься, я тебе, блин, в упор... Я ему в голову стреляю. Он в плаще. Защита у него почти нулевая. Каким-то образом удерживает пули. Я, блин, херею с ЧМ. Блять. Может мне вообще взять дробовик? Вместо чего, я уже не знаю. Везде они везде с дробовиками, так что, возможно, может дробовиком побегать пока что. Блять, зашибись! Хотя тут расчистил, в принципе, чистенько стало. Ладно. А тут есть вообще какой-нибудь там, не знаю, ящичек? Ну, тут тайник есть. Где тут тайник? Давайте тайник. Да в смысле? Я тебе в голову стрельнул! Выше надо стрелять. Чего? Хера ты мощный. Стоит с валом. Пошел нахуй. Все вроде.
Так, у меня заканчиваются патроны. Так, сколько мне здесь патронов? 700, нормально. Ну, все. Так, погодите. Мать твою знаю. Дуб! Подождите, а где он? Наверху, что ли? Вы же на то. Отойдем. Бля, везде тут они. Хотел подзаработать денег, блин. Так, вроде подошел сюда. Но тут их много. Хера ты, мощный. Надо быть осторожным. Бля, иди нафиг. Не, ну ты мощный. Ну какого состояния? Так себе, ну ладно. Ну-ка, как ему стрелять-то? Не, смотри, мне он так нравится. Нормально. Как он стреляет? Хочу посмотреть. Здорово, прозрачный. Или как тебе там? Я раз не знаю. Нормально. Попал. Ты дурак, что ли? Что он, что он это убрал-то? Че? Пришли, всосали! Чего? А где оружие-то? Оружие, дебил, достань! Чё он убрал-то оружие? Так ты, да за хер он его убирает-то? Я не понимаю смысл. Главный ход только тут, и все. А как я достану-то тогда? Если у меня оружие убирается. Вот я подхожу, у меня оно убирается. Зачем это вообще делать? Зачем? Захрен. Это где-то ебализм. Дебилизм полный. Я, блин, прихожу, мне оружие, оно убирается. Это депо? Слава яйцам, это депо. Наконец-то, сталкер, вы идете. То достань ты это гребаное оружие, ты пидор. Он убирает оружие. Я не понимаю смысл. Он еще остались люди. Зато. Куда вы идете-то? Обходить? Надеюсь, обходить эту шелупонь. А как тогда стрелять-то буду? Типа они меня не замечают, я. Ой, бро, завалил, кстати.
Чё достать-то не могу, реально. Это бесит. Так. Смотри, тут бандит. Допустим, если он меня заметит. Они меня заметят. О, они меня заметили. Это не так уж и плохо. То есть, а если меня замечают, то все. Вот это выручил. При случае, забеги к нам на базу. Отблагодарим, как полагается. Всех сталкеров с полным разгромом бандюков. О, нормально. Все. Никаких больше откатов и пошлений за право прохода. С победой вас, ребята! Все, ребят, мы победили. Там как бы еще. А смотрите, это, по-моему, он сам упускается. Нет, тут бандитов еще так нормально. А идут, кстати, кто-нибудь на депо. Блядь. А где этот-то? Человек под названием... Как его зовут-то? Фамилия-то его, как? О, Сенька. Здорово. Ты что, прозрачный должен сидеть? Но его нету. Странно. Так. Ладно, так что лучше, мой этот или... Не вот этот лучше, по-любому. А что лучше, мой или вот этот вот? Нет, этот... Точный темп стрельбы. Но этот мощный. О, Йога! Йога сдох. Так, а какой он этот раз лучше? Тот. Я его убил. Замечательно. А то сейчас кто-нибудь реально кто-нибудь придет, а? По-моему, они сдвинулись. Вот эти стоят. Эти стоят, репу чешут. Все на тупо идут, а главное... Ноль. Зеро. Кстати, тут можно забрать тайничочек. Чего это тут? Теперь все, я пахал. Видали, кто тут у нас? Регистрация маршрутов, все, я регистрация маршрутов, я пахан, все. Если что, я тут. А, стоп! Тут еще нычка бандосов, ну как нычка? Смотри, во-первых, вот это тут. Да. Во-вторых, есть вот это. И там есть вкусность одна. И... Да, самый топовый артефакт. Ну-ка, что у нас душа? А, это лунный свет. Так, телепатия, понятно. Это... О, максимальный вес плюс 10 килограмм. А это у нас что? Телепатия, ну я это не буду. Я только это продам. А сколько стоит? 6 тысяч, а это... 6 тысяч. Нормально. Так, стоп. А, у него такое лицо. Ладно. Тут кто-нибудь придет или нет? Просто мне надоело ждать. А, смотри, вот кто-то сдвинулся, наконец-таки. Во, наконец-то кто-то в депо идет. Прикол, они куда-нибудь встанут примерно тут. Вот эти главные шли в депо, они вон застранцы такие. Вон. Ладно, будем ждать. Ребята, это момент истины. Они все-таки вышли. Тут он еще. Он наконец-то хоть кто-то вон пошел еще. Еще три отряда на одном. Хорошо, что они сюда не пошли, а то бы они здесь встретились, и они бы сдохли, и эти бы тоже, наверное. И, кстати, не советую переходить на локацию, просто я когда-то играл, я вот выбил, ну, бандитов здесь. Пошел гранат получать, а в итоге они постоянно вот сюда вот ходили. Так что лучше удерживайте. Прикольно, где-то сюда вот встанут, и все. Я вообще охерею. Так, ну, вроде бы вот те, которые тут стояли, они поумнели все-таки. Смогли это сделать. И, знаете, что я заметил? Мне тут еще награда. Знаете, что мне награда? 50 тысяч и FT-200M. Это получается на FN-2000. Прикиньте. Я вообще херею. Так. А тут какая меня награда ждет? Пожалуйста. 10 600. Комбинезон сел, детектор Велес и пузырь. Вот так вот.
А, что эти? Они... Не стой, пожалуйста, только не стойте тут. Идите сюда. Вот идите сюда. Они идут, пацаны, они идут. Они идут. Кстати, а где прозрачный, который тут должен сидеть? Может, он где-то он там? Сколько? 7 часов сейчас. Пожалуйста, не стойте, не стойте. Идите сюда. Вот сюда вот идите. Вот правильно, правильно. Вы молодцы, вы молодцы. Какого-то я реально прозрачный тут, который я завалил. Он как плащил. Так, тот в плаще, это... Нет, это Никита Столичный. Ну да, пацаны, ну наконец-то. Вы пришли. Я рад, пацаны, я рад. Я просто рад. А сколько вас там? Сколько вас там, ребят? Вы куда идете? Вы дебилы, куда идете? Обходите или тут, значит, ты, или тут вы будете стоять? Эй, дебилы, куда пошли-то? Вы, блядь, куда пошли? Может, сюда вот перейдете? А, вы сюда идете? Или вы куда-то в другое место? Если они в другое место, то я еще охерею. Так, депо. Вот депо. Депо там, ребята. Пожалуйста. Не понял. Не понял, юмора. А, вы идете? Пацаны, вы просто вот... Я просто вот херею. Вы просто... Я про... Все? А чего вас так мало? 5 человек каких-то. Ну, тут еще, кстати, придут. Вон тут уже выехали. Чего? Понятно, эти ебанулись. Ну, короче, мы выиграли. Да. Давайте попробуем с проводником отправиться. Ну так. Чтоб потом не терпер. Чувак, стой, куда ты можешь меня отвезти? Ой, хера ты мне можешь. Вас не трав, давай, все, пошли. Охереть, пацаны, охереть. Все, как же. Это просто, это запах победы. Наконец-то нормально. За нормальную группировку нормально просто отбились. И все. Наконец-то. Слава неб... Хвала небесам, хвала небесам. Приком перехожу и такой... На нас напали. Ну чё там? Всё? Рванули? Или чё? Нет, они дебилы, они обратно. Слушаю получаются. Тебя. Идем получать награду. Та-да-дан-дан-тарадан-дан. Иди сюда. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Да, 10 тысяч. Детектор Велес, комбинезон сел и пузырь. Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Заебись. 104 рубля, ты чё, дебил? Ладно. Ставим это. И ставим... Чё ещё? Вот это. Продаем это все дело. 23 тысячи, дорогие друзья. 23 тысячи. Не знаю, давайте... Давайте всё-таки типа, это продадим. 23 тысячи. 44 тысячи. Уже можно сказать, что типа мы готовы, да. Но у нас патронов очень мало. Так, эти вроде все-таки умные. Так, вот тут умные. Вообще шикарно. Шикарно просто, дорогие друзья. Наконец-то нормальной серии по чистому небу. Наконец-то. Ладно, чувак, нужны патроны. Есть что-то на продажу? Патроны нужны. Патроны на этот, на винтарь нужны. Вот, вот просто, вот, мне нужны бронебойки. Бронебойки мои все. У тебя есть бронебойки? У тебя нет бронебойки. Пошел ты нахер. Нет, ребят, это просто... Ой, только я что-то бегаю. А, у нас этот... Тут фигня. Ой, ладно, дорогие друзья. Давайте на этом закончим. Мне эта серия очень понравилась. Ладно. Смотрите, сейчас возьму тут вкусности. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем удачи. И всем пока.